Не бойся, мы просто проиграем. О, Джесс, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, вышел Dead Park 2. Игра начинается, Парк Смерти 2, кто не знает, это игра про вот этого клоуна, у которого раньше было вообще очень много глаз. Сейчас я так понимаю, что это его брат, ребят. Ну что, давайте начинать, начнем новую игру, да. Я уже немножечко так поиграл, качество ультра, сложность выбираю легко, потому что, ну блин, жестко пока в игре, непонятно, что делать, короче, поэтому, ладно, начнем с легко, а там посмотрим. Вы можете разблокировать уровни. Понятно. Так. Мы, как обычно, просыпаемся в своей комнате, видимо. Окей. Окей, так. Проверьте сестру в ее комнате. Так, хорошо. Мы можем с вами ходить, можем приседать. Да, это наша комната с первой части. Кто не помнит, была такая первая часть, Dead Park просто называлась. И где мы бегали и убегали от этого дикого клоуна, вот. Но потом в конце мы его убили, и все, на этом все. Я думал, что закончилось, но нет, тут разработчики выкатывают вторую версию, прислали мне и говорят, поиграй, посмотри. Ну и я, собственно, зашел в игру, собственно, и офигел, да. Стоит новая елка. Вот так, проверьте сестру в ее комнате. Она плачет, ребятки, слушайте. Лилу. Комната Лилу. Дверь не поддается, видимо, заперта. Смотрите комнату родителей. Ты чё так кричишь, сестренка? Все нормально будет, не переживай, я спасу тебя 100%. Так, окей, это комната родителей. Смотрите, говорит, комнату. О-о-о. Полицейские поехали куда-то. Так, ладно. Тумбочка, мы можем, короче, тумбочки открывать. Так, записка какая-то. Чарли, присмотри за Лили, меня срочно вызвали в госпиталь, не волнуйся, все будет хорошо, целую, мама. Ага, маму вызвали в госпиталь, понял. Блин, страшно, конечно, пипец, игра реально такая, знаешь, атмосферная, очень страшная. Так, у нас есть с вами сейф, ага, нам нужен код, ясно, понятно. Окей, так, давай здесь посмотрим, так, тут ничего. О, 12-11-89, это, собственно, мы и наша сестренка, я так понимаю. Так, 12-11-89, запомнили, ребятки, 12-11-89. Так, давайте попробуем ввести. Так, 12-11-89, отлично. Да, открыли. О май год, серьезно, револьвер. Офигенно, мы маленькие. О-о-о, это шарик, да. Это шарик этого клоуна, но или как его тут звать, я не знаю. Так, позже мы оценим игру. У нас есть револьвер. Ага, мы можем перезаряжать. Так, вот это что? Это сохранение. Да, давай сохранимся сразу. Успешно сохранено, отлично. Ух, продолжаем дальше. Так, а по шарику что? А, нет, он не лопается. Так, окей, ладно, я понял. А, с ним взаимодействовать. Дотроньтесь до красного шарика, чтобы перейти в мир снов. Зайдите в комнату сестры через вторую дверь. Твоя мать больше не вернется. Не, неправильно, надо нормально с ним мех вот такой. Да, вот теперь похоже, что это клоун смеялся. Так, я понял, то есть мы за счет что? Мы в каком-то другом мире, в мире снов с вами оказались. Тут все. А, и оружие у нас пропало. Вот же жесть. Так. А, я могу бегать, кстати, отлично. Так, подожди, то есть я на шарик нажимаю, я возвращаюсь обратно в нормальный мир. И у меня есть оружие. Нажимаю на шарик еще раз и взаимодействую с шариком. И я в каком-то страшном мире. Смотри, здесь сейф уже недоступен. Так, я понял. Я. Ой, сестренка, блин, ты меня пугаешь. Не ори, пожалуйста, не кричи так страшно. Смотри, обои какие-то. А что в нашей комнате? Пошли посмотрим. Что в нашей комнате изменилось? Ничего так, ничего не появилось. Под подушкой ничего не лежит, нет, вроде бы. Блин, жесть. Так, здесь, как всегда, у нас доска, кто играл в эту игру, уже Топси, Тилка энд Плей. А, или Тилка Плей просто, да, Тилка Плей. Так, ну ладно, окей.
Так, дверь не поддается, видимо, за... Ой, блин, как же она кричит. Ладно, окей, ребятки. Пойдем. Так, у нас тут лестница, но она... Какой-то сеткой. О, нет, я не могу спуститься туда. Ладно, окей, я понял. Так, о. Привет, Чарли. Похоже, ты научился перемещаться между мирами. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда и смогу выбраться в ваш мир. Переделай ее без лекарства, долго не протянет. Так что даже не пытайся мне помешать, щенок. Скоро увидимся. О, жесть. О, нужно выбираться из дома и искать помощь. Так, зайдите в комнату сестры через вторую дверь. Откройте защелку на двери в комнате сестры. Ты убил моего брата. А я убью твою сестру. Это брат того клоуна с первой части. Серьезно, жесть. А потом убью тебя. Мама моя дорогая. Так, что здесь записочка какая-то? 5 августа. Недавно ходили с мамой и Чарли в парк аттракционов. Видели страшного клоуна. Это был ужас. С тех пор он снится мне каждую ночь. Чарли, он тоже снится. Чарли, это, собственно, мы, я так понимаю. О май гад, ребятки. Ладно. Так. Ага, нам надо открыть защелку. Так, откройте защелку на двери в комнате сестры. Я открыл. Он похитил сестру. Вернее, он похитил ее разум. Возможно, что... как бы физически она здесь находится. Так, я понял. Нам теперь надо с шариком взаимодействовать. О, блин. Так, да, мы переместились в этот мир. Так, дверь. Ага, эта дверь заперта. А, вот. Вот эта дверь теперь открыта. Да, сестра здесь, ребят. Как я... Смотри, я у нее везде этот клоун нарисован, монстр еще какой-то. Жесть, привет, сестренка. Не могу разбудить Лили, держись, я уже иду за помощью. Так, что мне надо делать? Возможно, вот эта дверь открыта. Да, дом. Каждый цент ваших покупок, что помогает, видимо, там это что-то от разработчиков. Так, найдите способ спуститься на первый этаж. Покиньте дом, чтобы найти помощь для Лили. Окей. Так, ага, вижу дверь. Можно мне обратно вернуться в свою теплую постельку? Да, я вернулся. Может быть, нафиг я лягу просто спать и все. Не хочу ничего больше делать. Ой, блин, нет. Нет, ладно, надо собраться, надо собраться. Ух, давай прочтем, прочтем. Чарли, я запер дверь. В городе происходит что-то непонятное. Мне кажется, я видел каких-то жутких тварей. Меня срочно вызвали на военную базу. Оставайтесь с Лили дома, я вернусь, как только смогу. Папа. Жесть, папань, ну ты и нашел. Блин, так, заперто, кажется, запасные ключи отец хранит где? В своем сейфе. Отлично, нам надо найти сейф отца. Так, давайте изучать дом. Это значит первый этаж. Здесь есть кресло, здесь есть полочки, книги, радиоприемник, отлично. Можем, конечно, сесть, посмотреть телек, но сейчас не время для мультфильмов. Нам нужно найти лекарство для нашей сестрички. Ух ты ж. Ванна. Но не время. Не время принимать ванну. Ладно, пошли отсюда. Так, что у нас здесь? У нас есть машинка. Здесь мы можем сохраняться. Да, давай сохранимся. Ой, хорошо. Так, кухня. Так что... Ух ты, что за какой-то предмет. Здорово, предметик. Это что? Это фонарик? Да, я подобрал фонарик. Отлично. А как мне его включить? Кнопки нету нигде. Так, это что? Это у нас перезарядка. Это у нас аптечка. Это у нас приседание. Пауза. Так, ага, магазинчик. Так, а как включить фонарик, ребят? Непонятно. Так, холодильник. Достаточно пустой, кроме молока и бутылок ничего нету. Так, ну тут больше, я так понимаю... Взаимодействовать нам не с чем, ладно? Окей, побежали дальше. Так, следующую комнату смотреть. А здесь у нас что? Заперто. Ну, как всегда.
как всегда. Так, ну больше я тут ничего такого не вижу. Так, здесь я осмотрел тумбочку. Тумбочку, да. Тумбочку я, видимо, осматривал. Так, так, комната заперта, там туалет. Вот комнатка. Ух ты. Ой, ой-ой-ой. Шарик прилетел, ясно. Ясно, я понял намек твой, клоун. Ах, покажись, блин. Я бы тебя пристрелил, глазастый. Так, я понял, значит, нам нужно взаимодействовать с шариком. И, видимо, сейчас откроются какие-то двери. Так, главный вход заперт у нас. По-прежнему наверх мы тоже вернуться не можем. Ага, шкафчик пустой. Ясно. Так, вот эта дверь была заперта вроде бы. Так, по-прежнему заперта. Плохо, плохо, плохо. Во, вот эта дверь открылась. Так, на кухне ничего не появилось, нет. Ой-ой-ой, там темень какая. Блин, я не хочу туда идти. Нет, ну блин, там слишком темно. Ой, ё-моё, жесть. Ну, нет, ну не хочу. Вы серьезно, блин, там слишком темно и страшно. А-а-а. Тихо. О, фонарик, точно, у меня же есть фонарик, но он, оказывается, автоматически включается. Ой, жесть, 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 ребят, блин, мне страшно. Ай-яй-яй-яй. Ай, блин, я нахожусь сейчас в комнате один, в наушниках. О май гад, это что такое? Так, патроны для пистолета, отлично. А пистолета-то и нет в этом мире. Это мир снов. Здесь нет пистолета. Блин, 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 ну туда неохота идти, там пипец, как страшно. Ой, жесть. Так, ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, играй, я сделаю все, что ты хочешь, окей. Ух, я сильный. Я соберусь с мыслями, с духом и сделаю это. Так, о, я вижу свет. О, там еще какие-то патроны или что это, да, какой-то. Да, это патроны зеленые какие-то, зеленый ящик это для... пистолета, для револьвера, патроны. Так, тут что у нас? Стиральная машина. Вау. Подобрал шестигранный ключ. Отлично. Так, кого за шестигранный, Тим? Кого? Блин, только не говори, что на меня сейчас кто-то нападет. Нет, вроде бы никого нету. Окейшки. Окейшки, так. Что здесь у нас? У нас здесь раз дверь. Заперта. Дади. Дверь кабинета закрыта, нужно найти другой путь. Ага, да, это, видимо, кабинет отца. Написано, что отец. Ага, ву! О, еще патрончики, отлично! Отлично, блин, не... Во! Все, откручиваем. Отлично, вентиляционная какая-то решетка. Откручиваем. Да, отлично. А тут шарик, так, найдите способ попасть в кабинет. Ну я попал в кабинет, бильярдный стол, офигенный, блин, тоже мечтаю себе о таком кабинете. Так, там патроны, но я их не могу забрать, потому что сетка какая-то. Но есть шарик. Так, аптечку подобрал. Вау, класс, так, это что такое? Это что? Это фигня, непонятно, что это такое. Так, ладно, ну я понял. Окей, ребятки, окей. Так, ладно, нажимаем шарик и, видимо... Фух, да, мы в нормальном мире. Ой, как хорошо. Так, тут как это... Как это открыть могу? Нет, записка. Сейчас прочтем. Так, рапорт об увольнении. Генерал Келли, сообщаю вам, что я больше не намерен работать над проектом «Ловец снов 2.0». На вашей военной базе. Вы обманули меня и использовали мои разработки совсем не так, как мы договаривались. После последнего эксперимента мои дети страдают. Вы хоть на минуту выбрались из своего бункера и смотрели, что происходит в городе? Мы все пойдем под суд, если вообще сможем выжить. Главный инженер Ральф Робертс. Это то есть отец, видимо, работал над каким-то проектом. Так, давай сохранимся, естественно. Ой, надеюсь, сохранение у меня бесконечное. Так, патроны. Так, тут что-то еще. А, сейф, сейф, сейф. Ага, нужен пароль. Так, три семерки. Не, не подходит. Так, пароль, а где пароль взять? Так, подожди, 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 бро. Подожди, подожди. А, вот тут, во, да, в другом мире. Вот здесь картина какая-то была, может, с ней как-то... Надо, да, во, она появилась, видал? Пипец. Так, может, с ней как-то взаимодействовать? А, это... Это пазл. Три.
Вижу. Восьмерка. Ага. Да, восемь. Так, это что такое? Что за цифра? Единица? Так, ну это вот так точно. Четверка. Да. Ебой. Так, и это пятерка. 3, 8, 4, 5. И на заднем фоне кто увидит, это каруселька с Дэд-парка. 3, 8, 4, 5. Так, запомнили, ребят? 3, 8, 4, 5. Я иду сейф открывать. 3, 8, 4, 5. Не, стери. Как стереть? 3, 8, 4, 5. Ух, спасибо, что запомнили, ребят. Так, ключ. Подобрал ключ от входной двери. Офигенно. Так, найдите способ открыть сейф в кабинете отца. Покиньте дом, чтобы найти помощь для Лили. Ой, хорошо. Так, ну ладно, надо сохраниться, ребят. Надо сохраниться. Так, что у нас? Ну уже все, наверное, уже закончим на сегодня, ребят. Продолжим в следующем видосике. Пишите в комментариях, стоит ли продолжать. Хотите ли вы увидеть конец этой истории. Ну а с вами был Максим. Всем удачи и всем пока, ребятки. И поменьше вам страшных снов.